Балет «Ромео и Джульетта» стал для Александра Богатырева первым премьерным спектаклем в его жизни. И премьера эта состоялась в Париже. Скажите, пожалуйста, Саша, вот есть ли разница между ролью выученной и ролью, которую вы проходите от начала до конца, то есть которая ставится непосредственно на вас, рождается вместе с вами? Безусловно, разница есть между этими двумя партиями. Партия человека, который готовит с самого начала, участвуя со дня рождения спектакля. И та партия, которую он получает уже готовую, и которую он просто пропускает через себя, как через исполнителя этой партии. Вот мне довелось участвовать в создании образа Ромео, спектакля «Ромео и Джульетта» в постановке Юрия Николаевича Григоровича впервые. И впервые именно в спектакле Юрия Николаевича, впервые столкнуться и быть участником спектакля с начала его зарождения, с начала его постановки. Тема «Ромео и Джульетты», тема вечной любви. К ней много раз обращалось много художников. Но вот при постановке спектакля мы обращались к этой теме. И все заново, как бы сначала переживалось и первая встреча Ромео и Джульетты, и зарождение их любви, и трагическая развязка. И было необычайно интересно участвовать не как исполнителю только, а как человека, который видит, как происходит этот творческий процесс постановки, принимать в этом участие. И, конечно, общение с балетмейстером во время постановки необычайно духовно обогащает и, безусловно, очень интересно.
Mm-hmm.